Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас такой первый весенний день. Настоящая весна пришла к нам в город, 8 марта. В этом видео хочу вам рассказать, чем отличается 8 марта в Польше от 8 марта в Украине, что меня удивило. Ну и, конечно же, поздравить милых дам с этим чудесным праздником. Итак, первое, что же меня тут удивило? Самый популярный сюрприз 8 марта – это цветы. Здесь они стоят не так, как у нас. На 8 марта здесь они дорожают в 10 раз, что очень приятно удивляет. Там за какие-то злоты можно купить спокойно розочку и порадовать даму своего сердца. Как бы, насколько я помню, в прошлом году было так, что там до 8 марта там цветы стоили, что-то розы там 20 гривен. Только там 7-8 марта сразу розочки там какие-то 50-60 гривен, букеты там вообще баснословные суммы. Безусловно, очень много мужчин ходят с этими чудесными сюрпризами в руках. Очень мило это все выглядит. Да, поют птицы, весна, тепло, круто. Ну и, конечно же, милые дамы, хочу вас поздравить с этим чудесным праздником, пожелать вам много любви, заботы, нежности от ваших дорогих мужчин. Ну и чтобы они вас радовали, любили, заботились, делали всякие сюрпризики не только 8 марта, но и каждый день в году. Любви, счастья и добра. Спасибо, что смотрите мой канал. Еще раз с праздником и до новых встреч. Пока!